Друзья, всем привет с города Владивостока. Всех приветствую на моем канале. Друзья, ну начинаем с пятницы. Всех поздравляю. Пятница, развратница. Так, я сейчас ездил на Чуркин, забрал документы, кое-какие дела сделал, еду в офис, друзья. Едем в офис, едем на склад, загружаемся и бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И все. И делаем заявки, друзья. Так, за просмотр видео, ребят, всех от души всех благодарю на моем канале, всем крепкого сибирского, друзья, здоровья, благодарю, что вы есть, друзья. Опа. Спасибо вам большое. Оставили много комментариев, посмотрели, радует, радует, ребят, спасибо. Так. Ну все, ну мы, как всегда, друзья, едем и смотрим. Какой тут с Овчинникова с улицы, ребят, вид обалденный, короче. Обалденный вид вообще, просто обалденный. Все, друзья, я уже загрузился, короче, выехал. Оп, что-то пошло не так. Опять нужно заехать в офис, забрать кое-что. Заезжал здесь бригадиру, передавал, у нас в отпуск пошел. Передал ему денежку. Опа. Сегодня что-то, какой-то день такой сумбурный, друзья, сумбурный денек. Тут то не то, то это не так. Ну, бывает, бывает. Ничего страшного. Заявки есть, есть куда поездить. Сегодня надо и на Игершельт, и на Калинина, и в центр, и т.д. и т.п. Оп, везде поездить. Так что, как всегда, друзья, едем, едем и смотрим. Опа. Оп, ребят, я тут одну отгрузочку сделал в деловых линиях. И нормально. Нормально? Нормально. Так, сегодня что-то как-то, блин, извиняюсь, кино как-то не получается у меня. Что-то какой-то с утра сумбур, сумбур, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. У нас здесь авария небольшая на пересечении Посьецкой, Снеговой, да. Бум-бум-бум-бум. Ноут, ноут, ноут. А, нет, это Мазда. Будут Мазда Бонга, да, какая-то. Ну, бывает, бывает. Ничего, теперь будут ждать. Очень долго и упорно. ГИБДД бывает, бывает. Ну, ничего. Главное, чтобы застрахованы были. Тогда проблем не будет. Но смял он ему хорошо бочину, да, не пропустил. Там... Кто виноват из них, конечно, разберутся, потому что здесь светофор. Кто-то на красный, кто-то на желтый поехал. Бывает такое. Ладно, мы едем, короче, на отгрузку, нам на Народный проспект, Транстрек, потом на Игершельт, потом на Чуркин, потом обратно загружаемся, обратно едем. В общем, сумбур, друзья, сегодня. Опа. Ну, мы сейчас, ребят, как всегда, по Котельниково и на Народный проспект, через кольцо третью рабочую, бам-бам-бам, проедем. Это у нас здесь молокозавод, а сейчас он тут... Бильбильдан, что-то или что-то в этом роде. Бильбильдан. Да, многое, что, конечно, в городе поменялось с этих, грубо говоря, с 90-х годов. Иногда сам даже не бывает. Еду такой, опа, там что-то изменилось, тут что-то не так, тут как-то по-другому. Но вот автомобильное движение, конечно, нужно менять. Я даже с ребятами разговаривал, стоял там с водителями. Они тоже все за то, что в городе надо, в центре, я имею в виду, в центре, движение автомобильное надо менять. Потому что там, блин, вообще, ну никак. Движуха. Как-то все по-другому обустраивать. Но это должны этим заниматься специалисты. Я сужу все со своей колокольни, конечно. Но автомобилей с каждым годом все больше, больше и больше становится. Все затруднительнее, затруднительнее. Хотя дороги делают, объездные есть, и все равно. В городе в самом трудновато. У, на бараках какие сосульки висят, друзья. Обалдеть. Да, много людей пострадало, и людей, и автомобилей от сосулек. Опа. Кто-то мне говорил, что будет потепление. Но что-то я заходил на... сайт VL.ru,
Что-то у нас там, ребят, никакого потепления и не предвидится. Минус 6, минус 7, минус 3. Плюсовой температуры что-то я не заметил. Ну, как-то так. Поворачиваем на Народный проспект. Что у нас тут? Вроде пока все спокойно. Оп-оп-оп. Выехали. Нормалек. А тут вот что-то последние 2-3 дня было вообще просто затор на заторе. Едем, едем. Нормалек. Ну, конечно, тут сузили дорогу. Ехать затруднительно. Что там? Ничего себе, буксуем. Так, поехали, поехали. Блин, ребят, еле-еле здесь отгрузился в транстреке. Просто такой ажиотаж вообще. Просто жесть, на. Не въехать, не выехать, не выгрузиться. Но я хоть еще... Да, и он еще стал большой грузик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, там вообще плохо, вообще, ну никак. Вообще такое и такие заторы. Обалдеть. Из базы выехать не можем. Ладно. Ладно, как-нибудь выскочим. Должны же как-то разъехаться же. Ой-ой-ой-ой. Неужто мы поехали, друзья? Только куда? Ёпарасотэмэ. Просил там, говорю, что у вас, говорю, лед так плохо здесь убирает. Говорит, а просто времени нету. И гастарбайтеров ни одного нету, ребята. Все куда-то разбежались. Говорит, вообще никого нету. Даже грузчиков нету. Охренеть. Полный коллапс. И времени нету отколотить. Вот и все. Все, встали. Полная задница моя. Обалдеть. Ну все, вроде преодолели мы этот путь. Так. Сейчас мне надо съездить на Игершель, друзья, две коробки. Потом на Калину Молны Чуркин съездить. Опа. 6 коробок отвезти. Потом на базу заехать, загрузиться. И опять там чуть-чуть надо отвезти рядышком. А, мне надо на БАМ съездить, я и забыл, БАМ-БАМ-БАМ. Ё-парасоте. Да, на Волховскую еще заехать. Ну, на Волховской пацаны работают до 4 максимум, наверное, я к ним не успею. Не то, что не успею, успеть-то успею, но отгрузить я им не смогу, наверное. Да. Да, пятница пошла не так, как надо, ну, бывает такое, бывает. Опа, ничего страшного. Да. Чего волноваться? Сделаем в понедельник, если что, правильно? Правильно. Все, поехали, поехали. Решил я, друзья, проехать на Игершель через Океанский проспект, через Первую речку, бам-бам-бам, короче, вот так. И не стал я суваться туда, на Красного Знамени, что-то как-то мне на Партизанский проспект. Решил здесь проехать. Опа, посмотрим, что у нас здесь творится. Samsung. Так, есть Samsung там. Я не знал. Интерьер Pile. Интерьер Pile. Все меняется так быстро. Что, где, зачем, почему? Ну вот, мы открылись, написано. Открылись. Ни разу здесь не был. Ну. Так. А там что-то, там не помню, тоже торговый какой-то центр, тоже магазинчик. А, за ним там спорттовары вроде продавались. Спорттовары. А вон он, спортмастер. Спортмастер. Там меня поправили, я на заре был, мне сказали, это не спортмастер, а спортмаркет. Ну, может быть, друзья, может быть. Как бы не вчитывался, наверное, ошибся. Наверное, ошибся. Чего только нет, офисная мебель, ББР банк, Венеция, кухня, защита, находка, далее аудит, бам-бам-бам, чего только нету. Там где-то даже есть какая-то, не понял, стоматологическая клиника, и не только, там еще что-то есть. Мы с супругой туда ходили, я видосик тоже записывал с рынка Первой речки, тоже показывал рыбу. На меня там народ ополчился, кричал, ты что показываешь, самые дорогие магазины, лор-клиника.
глуховые аппараты, Unilab. Я такой аж удивился, думаю, надо же, так народ реагирует. Так, какой самый дорогой? Ведь вся первая речка там втаривается, самый дорогой магазин. Все там покупают, это же для людей магазин сделан. Так, люди, значит, покупают. Что, китайцы покупают? Палладио. Чего только нет. Не хотел бы я жить здесь на первой речке, друзья. Блин, ну вот нет. Тут такое, не знаю, вот не нравится он мне, вот первая речка, вообще, ну никак. Не знаю почему. Ну вот мы доехали хоть до кольца немножко. Так, что тут такое? Что тут такое? Ну вот это их Первореченский рынок, куда я ходил, снимал там. Это очень там дорого. Я говорю, да я понимаю, что дорого, но что делать? Это же для людей сделанный магазин. Значит, дорого-недорого, но люди ходят, покупают. И бабушки, и дедушки, все. И взрослые, и молодые, все. Кинотеатр Москва. Я тоже вывески не был, еще вот, помню, спрашивал там у кого-то. Я говорю, что за кинотеатр? Мне подсказали Москва, и мне тоже, на меня ополчились. Ты не знаешь, и ты не знаешь, что здесь кинотеатр Москва. Ты житель Владивостока. Я аж, ой-ой-ой, думаю, ой, ничего нельзя говорить. Нельзя ошибаться. Вот она вся, эта первая речка. Ну, вот как-то вот она вот как-то вот не мое, знаете, не по душе, как бы, так скажем. Райончик, конечно, большой такой, престижный считается. Ну, не любитель я таких вот. А, хотя, знаете, жить можно везде. Главное, чтобы жилье было. А привыкнуть можно ко всему. Это точно. Ну, это наш гипермаркет здесь. Вылазер, один из первых таких больших магазинчиков на Океанском проспекте. Так, ну все, мы сейчас здесь поднимаемся и на Покровский парк, друзья, на Покровский парк. Что там? Что за заторы? Фрид, поехали. Фрид. Что-то не хочет Фрид ехать. Да, мы здесь бывает тоже отгружаемся, тут тоже столпотворение постоянное. Наф-наф. Ну вот, с этим парком что-то начали, друзья, тут реконструировать, что-то убирать, делать. Парк-то большой. Парк вообще просто огромный. Видите, что-то делают. Ну, говорят, что здесь старое кладбище, но что-то надо, такая земля. Не знаю, сколько тут гектаров, но, блин, как говорится, никому не принадлежит. Тоже, как бы, знаете. Но срок захоронения тоже вроде как бы есть какой-то. Что-то там уже и ни родных, и ни близких ничего нету. Ну, поставили какой-нибудь там, я не знаю, церковь бы поставили, какую-нибудь часовню. Так, для напоминания, что здесь было захоронение, и все. Церковь-то большая. Церковь большая. Опа, наш ДВФУ, друзья. Это Восточный федеральный университет. Фрид, ты поедешь или нет? Блин, что за суплежусь со мной? А, девушка, понятно, ладно, не в обиду сказано, но такие есть. И из мужиков тоже есть, муфлоны мои. Так, что у нас здесь? На Оливудской. Что у нас здесь? Покрасили, нет? Приморский кондитер, японский городок. Да не, сейчас не до этого. Какой приморский кондитер, Игорь? О чем ты говоришь? Нет. Но все равно письмо губернатору написать надо. Не, мэру. Губернатора не до этого, у него другие проблемы. Вроде вырвались. Вроде едем потихоньку.
едем. Ну вот, мы уже подъехали в морвокзал, там у нас ЖД вокзал. Сейчас мы на Первую Морскую, вверх поднимемся на Бестужево, потом на Верхнюю Портовую. Ну и все, на Казанский мостик, на Крыгина, бам-бам-бам, и все. Там две коробочки надо нам отгрузить. Как это у нас получится, быстро не знаю. И мне надо еще потом на обратном пути заехать здесь на ЖД, забрать товар. Какой-то товар мы отправили, и он что-то пошло не так. Отказались и прислали нам обратно. Бам-бам-бам. Вот так вот. Человек вот мне говорил, что Верхняя Портовая где-то 12. Я так предполагаю, это где-то вот здесь вот улица Рылеева. Вот это вот Рылеева. И где-то Верхняя Портовая 12. Где-то вот где-то тут. Где-то здесь, где-то вот. Вот то ли этот дом, то ли какой-то из них, друзья. Я точно не знаю, но мне кажется, где-то вот из этих. Потому что Рылеева там всего три дома. Вот этот дом или, может быть, вот этот вот, который не он. Какой-то из них, наверное, может быть, я и не прав, не знаю. Так, у нас здесь, да, идут четные уже, да. А, это еще Бестужево идет. Ну, вон там Верхняя Портовая, там. Какие они дома. Я не вижу. Девятый там какой-то. Так что, если что, сорян, сорян. Там вот какой-то дом 11, 9, 11. Здесь, может, по правой стороне где-то. Тогда Верхняя Портовая 12, может быть. Я, ребят, как бы тут сильно не ориентируюсь. Как бы. Вот это уже 25-й идет. Значит, по этой стороне должен быть. Нет, значит. Здесь написано Нижняя Портовая 6А. Человек, который жил на Гершельне, он знает где-то. Это мы уже к Казанскому мосту, Казанский храм. И Казанский мост. Опанька, ну все, мы здесь отгрузились на Гершельне. Все, поехали на Чуркин, друзья. На Чуркин, Чуркин, Чуркин. Как всегда, через город. Так, еще хотелось что сказать. Мне там родственница, жены сестра, она же в Сибирь уехала и ждет, не дождется, когда будет апрель. Она хочет оттуда быстро рвануть, с Кемерово. Все, она устала от Сибири, все. Она говорит, нет, я там жить не буду, я лучше поеду в Приморье. С его холодами, с его ветрами, дождями, тайфунами, циклонами. Но я лучше буду жить в Приморье. Так что, ну, каждому свое. Я что хотел сказать. И выслала мне мед, друзья, мед. Обалдеть. Я тут два дня его наяриваю и молчу. Ребят, ну он такой четкий, он спасики вообще. Ну вот это настоящий мед. Я не буду ничего отрицать, что есть и башкирский, не знаю, какой там, уфимский, не знаю, московский, ленинградский, китайский, не знаю какой. Но сибирский мед, ребят, ну просто... Вообще просто обалденный. Я знаю, что и в Краснодаре есть мед очень хороший. Но я просто балдею. Я его ем и балдею, что он настоящий. Он, блин. Ну кто знает мед настоящий, тот понимает, конечно. Блин, ребят, я уже два дня его лопаю. Никаких конфитосов не надо. Просто пару-тройку ложечек. Бам-бам-бам-бам-бам. И все, и чайком запил, и все нормально, блин. А почему чайком? Потому что кофе дома нету. Ребят, закончилось кофе. Японский городовой. Но мне дарили на Новый год еще. На тот Новый год дарили мне чай. Забыл, как он называется. Ну, на коробочке написано «Для настоящих мужчин». И вот я его только-только открыл, как говорится. Блин, ну он тоже такой вкусный, обалденно вообще. С чайком. Ну, мед с кофе не пойдет, конечно. Кофе это есть кофе. А с чаем, ну просто обалденно. Заварил. Ой-ой-ой, как аж слюнки потекли. Блин, время уже 4 часа, и я еще не ел, ребят. Блин. Ну все некогда, некогда. Сегодня, говорю, такой сумбурный день, друзья. Вообще, блин, обалдеть.
Да. И я еще газели дал новое имя. Она не газель Next, ребят, а просто газел. Так что если кто-то будет спрашивать, на какой ты машине ездишь, сразу говоришь, без всякого мягкого знака, тарелька, вилька, просто газел. И все. Так что вот так. Мужское такое имя, газел. Все, блядь. А то газель, Next, бизнес. Все, просто. У тебя какая машина, Игорек? Газел. Все. Ладно, друзья, едем, смотрим. Едем, смотрим. Ну вот, человек меня просил, чтобы я, говорит, верхнюю портовую 12 показал. Вот эта верхняя портовая 44 идет. Где-то с левой стороны будет. С левой стороны 12 дом, где-то там, где-то там. Мы его проехали, наверное. Так, мне надо будет на нижней портовой, это верхняя портовая 25 справа. Так, здесь он еще говорит, не проедешь, говорит. Так, это какой дом, не знаю, друзья, не видно. А это какой? Это 12 вроде, да? Или, а нет, это 32 какой-то верхнепортовый, друзья, не знаю. Где-то человек должен узнать свой дом. Мне налево, мне налево. Где-то там. Наверное, где-то так, я думал. И меня в тот раз поправили, сказали, это, говорит, не... О, машин море. Так. Вот что тут такое. 20. Верхнепортовая 20. Значит, где-то здесь. Где-то здесь, значит, какой-то из этих домов. Человек говорит, я родился там, Рылеева вроде. Не знаю, не знаю, не знаю. А, вот какая-то еще прокуратура или что-то. Как человек мне сказал, да, прокуратура Тихоокеанского флота. Вот этот дом, что ли? Ну, может быть, не знаю, не знаю, ребят. Человек узнает свой дом. Вот он, 12А, друзья, вот 12А. А 12, наверное, где-то вот этот вверху. Что человеку будет приятно. Если что. Человеку будет приятно посмотреть. Ну, я выполнил человека просьбу. Так, мне надо здесь заехать, где-то остановиться, сбегать, узнать. Там 100 килограмм пришло товара, его надо забрать. Блин, ну там такая геморройная компания. Это Азия, когда... Еврогрупп или как она называется. Вообще, блин, не подъехать, не заехать. Ну ладно, будем как-нибудь тулиться. Вот еще эти дома, не знаю, какие там. Уже какой-то там 26. Ну ладно, все. Вот сюда мне направо, друзья, надо направо. Вот сюда. Оп, ребят, я благополучно здесь загрузился. Вообще, просто благополучно. Опа. Женщина там какая-то стоит. Оп. Все нормально вообще. Вообще. Мне можно сказать повезло. Опа. Мне можно сказать повезло. Опа, опа, опа. Оп. Поехали, поехали. Поехали. Это наш ЖД вокзальчик красивый. Он мне нравится. Снаружи он мне нравится. Вот внутри я вот давно не был, конечно, так себе. Хотя, может быть, уже и сделали там красиво все. Но архитектура его просто поражает красотой, честно говоря. Что-что, архитектура вообще. Угу. На Мурвокзал я ходил, друзья, мне там тоже спрашивали, сходи на Мурвокзал, сходи там. Я как-то сходил, друзья, во-первых, там один негатив на это на Мурвокзале. О, снимать нельзя, что вы тут снимаете, вот это вот, знаете. Ну и смотреть там нечего, там одни ларьки и все, больше ничего там. Золото продают и все, всем, всем. Золото продают всем и все. Опа, почта. Курьерская служба, красавчики. Все, едем, друзья, едем. Сейчас на Калину Мол нам надо отгрузиться. И потом в обраточку нам бам-бам-бам надо сделать. Так, решил я, короче, через Золотой мост, друзья, не поеду. Мы редко здесь ездим. Я, короче, с самого центра и до Луговой по всей Светланской проеду. Вот так вот я решил. Редко я когда там езжу по этой дороге. С той стороны, да, с Луговой в центр. А вот с центра на Луговой, туда на Калинина, редко. Не хочу я по этому Золотому мосту ехать. Проедем так. Можно? Можно. Опа, едем.
Вон, видите, готовят у нас к елочке. Вон уже каркас готов почти. Это наш ГУМ. Тысячу лет там не было. В ГУМе. Здесь, помню, был Океан магазин. Сейчас нету. Тоже. Здесь была бургерная. Сейчас Хинкали. Офицеров флота. Опа, армия России. Здесь Малый ГУМ, друзья. Да, вот Малый ГУМ. Это мы к остановке подъезжаем. Лазо, Лазо, да, Лазо. Вон у нас Золотой мостик, друзья. Это у нас театр, академический театр Горького там был. Это остановка Лазо. Опа, что-то делают. О, перекрыли, ребят. Вот так вот. Я думаю, что у нас пробки-то? Вон они, перекрыли нам дорогу-то. Ладно, что теперь? Вот мы и попали в пробку. Неправильно выбрал путь, друзья. Неправильно выбрал путь. С моста же отбиваются сульки. Что я так поехал-то, блин? Ёпарасоте. Видите-ка, перекрыли. И там тоже демонтаж какой-то делают. Ну ладно, что поделать теперь. Выбран путь, значит, надо так и ехать. Да. А я, друзья, 5 секунд, короче, развернулся и все. Поехал я так. Обратно. Обратно вам покажу. Малый ГУМ, Большой ГУМ, центр. Ну, блин, там вообще можно простоять очень долго. Ну, лучше мы тогда проедем по Золотому мосту. Да, путь я выбрал неправильный. Бывает, бывает. Да. А здесь же тоже можно направо повернуть, чтобы не через центр сам. Вот здесь вот где-то же. Да, 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 да. Здесь мы и повернем. Можно же здесь поворачивать? Можно. Что нельзя там? Можно? Можно, да. Оп, оп. И все. И мы сейчас сразу раз на Суханова туда. Точно. Немножко скоротили путь. Чуть-чуть. Ладно, на Золотой мост поедем. Что теперь? Туда нас дорога несет. Туда. По этой улице я хотел подняться, друзья. Вот здесь, вот Лазо. А там такие заторы сон. Там все стоит. Опа. Ну ладно. Тут что-то эвакуатор работает. Сафари. Сафари, сафари. Поднимемся здесь. Новых непонятно, как там движешься. Женщина за рулем, непонятно, как движется. Так, нам направо на мостик, туда налево Пушкинская. Опа. Кто говорил, что в Владивостоке солнца нет? Самый солнечный город. Солнца у нас достаточно насчет этого. Да. Там у нас тихо. ТЭЦ-2, трубы дымят. Ух ты, какой пассажирский, что ли? А, это же сейчас ходит на остров Русский. Что это? Да-да, паромы ходят такие. Сейчас. И военные помогают острову Русскому. Паромчики заходили. Это хорошо. Мы должны уже скоро открыть мост. Какой-то затор, ребят, там вообще не могут нам проехать. Смотрите, какой затор.
Обалдеть. Обалдеть вообще. Поедем другим путем. Другим путем поедем. Давай, 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 давай. Другим путем. Тут нельзя поворачивать, вроде как. Ну, надо, надо, надо. Просто надо. Опа. Мойтесь через академический, наверное. Не академический, а через нашу оперу балета, ребят, проедем. Смотрите, все встало. Там, наверное, какая-то авария. Быстренько я сообразил, конечно, это да. Что-то сегодня, да. Пятница. Пятница, развратница. Так. Нам надо через оперу и балета. Давай, 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 давай. Оперу и балета проехать. Ребята, давайте я тоже поеду. Давайте. Давайте, пацаны, я тоже поеду. Ну давай, что ты руки в карманы и идешь, мать. Смотри, какой блатной, мой. Булками шевели, мой. Да, только так, ребят. Больше никак. Через оперу и балета мы проезжаем. Мариинский театр, Приморская сцена. Да, там просто все. Сейчас мы здесь направо. Там я улица не знаю какая, друзья, даже не помню, как она называется. Ну, выезжаем на Чайку, на Чуркине, на остановку Чайка. Она тут тоже сужена немного, но ничего страшного. Ехать можно. Хотя бы ехать можно. Опа, 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 опа. Опа. Вот как-то так. Оп, переключился. Нормалек. Да, сужена она тут. Ну ничего, потихоньку, потихоньку туда едем. Одной рукой, конечно, неудобно, но уже привычно. Так вот мы. Это у меня тут колодки, друзья, гремят. Ну вот, мы тут путь сократили как. Сейчас не спустимся, и все, и мы на Калиномол. Опа. Ладно, тут точно неудобно будет. Опа, ребят. Тут написано Калинина, Черемуховая. Спускаемся на Чайку. Бывший кинотеатр Чайка. Тут что-то какая-то авария. В задницу въехали. Приус, что ли. Или просто приус сломался. И такая проба сразу. Ну, куда деваться? Некуда деваться, мой. Блин. Жесть. Какая-то жесть происходит. Мне, можно сказать, опять повезло, друзья, с вами повезло. Здесь, видите, там никто не едет, тоже пусто. Там, наверное, тоже какая-то авария. Оп. А мы уже тут подъезжаем. Оп, 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 оп. Так, что у нас тут? Нажмите на кнопку выдачи карты или приложите. Калиномол-то у нас тут. Вроде смотрю, машинки есть. Ну, есть, ну что сделать. Постоим, может там пробочки рассосутся. Может пробочки рассосутся. Опа. Раз, два, три, четыре, там пять, шесть, семь, восемь, девять. Нормально? Нормально. Ребята, здесь пролетел по-смешному. Короче, я приехал, стою, жду. Все заняты операторы, я стою, жду, чтобы отдать документы. Выходит охранник, или как сказать, да, охранник, наверное. Охранник выходит, такой говорит: «О, ты приехал?» Я говорю: «Да я вот давненько приехал, стою, жду». Он говорит: «А, понятно, да ты же вроде приезжал». Я говорю: «Да нет, я не приезжал». Он говорит: «Какой номер машины?» Я говорю: «688». Он говорит: «Ну хорошо». Я говорю: «Да мне на документы надо взять». Он говорит: «Если что, я отдам». Ну я пошел в машину, короче, открыл бутик и думал, сейчас поем. Только укусил, он выходит и мне машет рукой, мол: «Иди заноси, короче, через операторскую». Я говорю: «Ну ладно, я сейчас подъеду, потому что у меня там 6 коробок, занесу». Он: «Ну, заноси». Ну, я давай носить, короче, заношу, заношу. И говорю, там женщина, которая принимает, я говорю: «Влад Пак». Она говорит: «Не поняла». Я говорю: «Да Влад Пак, вот мне сказали занести». Она что-то там
походила, поспросила там туда-сюда. Ну ладно, другая выходит. Бухгалтер, ребят, не просто приемщица, а бухгалтер такая, прямо в окно меня. Давай, я приму. Принял у меня, все, я расписался, выхожу, выезжаю. Охранник такой меня тормозит рукой такой. Я раз останавливаюсь. Он говорит, я, говорит, тебя с другим перепутал. Я говорю, ну это хорошо, что ты меня перепутал. Я зато быстро сдался. Там 9 машин стоит, короче, я бы завис вообще со страшной силы. Тем более у нас здесь пробки. Я бы еще и в пробках простоял, короче. Вечером бы только приехал. Ну все, как бы, знаете, начинается не очень, но заканчивается нормально все. У нас здесь пробки, я тут по Калинина еду, вообще просто жесть. Опа. Домики здесь, конечно, просто отпадные, красивые. Да. Еще бы им сделать территорию, дорожку здесь. Было бы вообще прекрасно. Потом мне снова мото звонит, Димон, звонит такой, Игорь, ты где? Я говорю, я на Калиномол тут немножко завис. Он говорит, блин, а у тебя, говорит, колодки с фильтрами. Я говорю, да, фильтры и колодки у меня. Он говорит, я говорю, ну может быть на складе есть, пусть, говорю, Андрюха заедет на машине, да заберет. Он говорит, да блин, наверное, это будет долго. Я говорю, да как долго, недолго, говорю. И они там созвонились, он мне звонит, говорит, не надо к нам ехать, говорит. Наш водитель приедет, у вас, говорит, эти фильтра есть с колодками, говорит, заберет. Я говорю, Димон, я говорю, хрен знает, когда к вам приеду, здесь просто жесть. Он говорит, понял. Так что все в оконцовке нормально. Но только у нас одна заявка, две заявки у нас висит. Одна у нас на Волховской, но туда я точно не поеду. Время уже, как говорится, 4 часа, 5 час. Какой 4 часа? 16-18 уже. Пока я доберусь, они работают до 4. Ну и большая заявка, ее, наверное, на понедельник. Так что у нас ГИБДД, ДПС, ДПС, дорожно-патрульная служба. Ну едь, давай, конечно, ты что, в пробках будешь стоять? Нет, наверное. Продаем коммерческие площади в ЖК «Золотой Рог». «Золотой Рог» делает. А? Ну едем, тянемся, друзья, тянемся, едем. Ну вот мы доехали до спортивной, ну вроде тут ничего. Там грузовичок застрял, ребят, не успел заснять. На подъеме буксует. Опа. Так, вроде ничего так. Вроде едем. Вроде едем. Ну это наш китайский рынок, друзья, на спортивной. Работает вовсю. Трамвайчики ходят, все в порядке. Все. Город, можно сказать, восстановился. Приусы ездят. Мятые, но ездят. Че? А здесь поворачивать, друг мой, нельзя. Так. Приближаемся на Луговую. Ой-ой-ой. Все нормально, все окей. О, блошиный рынок работает, работает. Там можно купить кальсоны, носки, шарфики, не знаю, жабо. Все можно купить на этом рынке. Оп. Так, поехали. Здесь что у нас тут? Вроде спокойно, на Луговой даже. Я ожидал худшего, конечно. Давай, стартуй, правильно. Что-то они едут, что-то не шевелятся. Что-то не шевелятся, ни хрена. Что-то пацаны не шевелятся. Вот так надо. Прямо. Вот так. О, нормалек. Там никто налево не поворачивает, а то мы стрянем немного. Такое бывает. Да, кто-то поворачивает. Ёбанзи. Бам! И мы уже на Баляево, друзья. Вообще тут просто зеленая улица, нормально все. Вообще прекрасно едем. Сейчас на тещин язык. Там на Снеговую, на Камскую, на столетие. Бам-бам-бам и все. Чё тупить-то, ну?
Оп, успеем. Чего мы не успеем? Успеем. Так, здесь у нас ДТ-51-57. 98-69-17. Охренеть. Вообще, 98-й просто вообще золотой. Но зато машина едет хорошо. Да. А я так еще и не посмотрел, солярку залил, 5-литровку, как она там вообще. Ну она там вообще как чистая, как слеза. Обалденная. Здесь топливо сейчас хорошее. Ну вот, потихонечку и до столетия добрались, друзья. Оп, все. Сейчас там немножко в пробочке постоим и все, до склада. Накормим чапу, если мы ее увидим, конечно. А то меня перебили, как говорится, с перекусом, друзья. И все, и мне уже больше неохота. Один бутик съел, и все. Бывает такое. Только хотел покушать, не получилось. Хорош там пропускать, пацаны. Сзади, блядь, 1000 машин. Разумно надо пропускать, разумно, блядь. Ай, долбоящеры, блядь. Так, здесь тоже заторчик. Заторчик-моторчик. Ну что теперь сделать? Ёбин, никак и не объедешь, ёпарасотены. Там тоже крутиться, вертеться. Ладно, постоим немного. Кто нас встречает? Чапа. Чапа, девочка моя. Ну что, я тебе тут оставил. Чапа, оставил. Тебе оставил. Пойдем. А то ты опять. Пойдем, девочки. Давай. И кушай. Оп, тут все. И колбаска, и сырок. Ездила. Ищи. Кушай. Давай, кушай. Кушай. Ну вот, ребят, сегодня вот такой денек произойдет. У нас с вами суетной был. Самолетик летит. Сосульки тут немножко попадали. Ребят. Ладно, пятница. Пятница, это хорошо, друзья, пятница. Так что, я, как всегда, всех от души, друзья, благодарю, что вы со мной, что вы меня смотрите. Всем, самое главное, крепкого сибирского здоровья. Давайте, если что, до завтра. Всем пока.